По информации СМИ, пара сблизилась во время совместной работы в мобильном художественном театре. После трех неудачных браков известная актриса Ингеборга Дапкунайте, похоже, начала новые отношения. На этот раз избранником 56-летней звезды стал 37-летний журналист Михаил Зыгарь, с которым артистка сблизилась во время совместной работы в театре. Больше по теме 55-летняя Ингеборга Дапкунайте восхитила верных почитателей стройной фигурой советская и литовская актриса театра и кино. Ингеборга Дапкунайте не перестает удивлять поклонников молодостью и невероятной грацией. Теперь Ингеборга и Михаил не только частенько вместе выходят в свет, но и, как сообщают источники «Экспресс-газеты», проводят немало времени в квартире Ингеборги в Лондоне. Снимки оттуда звезда выставляет в соцсетях. Напомним, за плечами Ингеборги и Михаила уже есть опыт семейной жизни. Теперь же пара выглядит абсолютно счастливой.